Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об огурцах, а конкретнее о вредителях, которые поражают огурцы. Огурцы – растения очень нежные, и многие вредители не отказываются полакомиться их соком и отложить на них свои личинки и потомство. Самый большой бич для огурца – это паутинный клещ. Обнаружить его непросто. Обычно клещи размножаются и вообще базируются на обратной стороне листа. Поэтому, когда огурцы у вас дадут первый настоящий лист, вот с этого момента периодически осматривайте обратную сторону листа огурца. И если вы увидите маленькие-маленькие желтенькие точки, как будто небольшие проколы, следует сразу обратить внимание, это может быть и клещ. Клещ называется паутинный, потому что он вьет паутинку, но паутины мало. И вот это вот наличие паутины – не главный показатель присутствия клеща. Обратная сторона при большом уже размножении клещей кажется чуть-чуть запыленной, и там много этих проколов. Клещи опасны тем, что они высасывают соки из огурца. И потом растение ослабевает и практически засыхает. Пока огурец не вступил в плодоношение, можно обработать его таким препаратом, как карбофос. Вот здесь на пакете вот этот как раз паутинный клещ и изображен. Увидеть его невооруженным глазом довольно-таки проблематично, можно посмотреть с помощью лупы. От клеща есть еще вот такой препарат акарин. И вот здесь тоже этот самый клещ и изображен. Переворачиваем наш пакет. И нас очень интересуют сроки ожидания. Вот если акарин, в принципе, биологический препарат, две обработки и два дня после обработки нельзя убирать плоды, то карбофос имеет срок ожидания 15-20 дней. Поэтому, когда огурец вступает в плодоношение, карбофосом мы уже не обрабатываем, потому что наши огурцы становятся несъедобными в течение 15 дней. Хороший эффект дает обработка препаратом Тиавиджет. Это сера. Это природный минерал. Если у вас есть уже такой опыт, что на вашем участке есть этот клещ, или для профилактики серой можно опрыскивать растение раз в 10 дней и в период плодоношения тоже, потому что его можно собирать урожай уже тоже через день или два. И для того, чтобы не распространился клещ, можно, еще раз повторюсь, это применять для профилактики. Бахчевая тля также нападает на огурцы, и так же, как клещ, она базируется на обратной стороне листа. Это такое зеленое насекомое с немного таким раздутым зеленым брюшком, где она и собирает сок, который высасывает из растения. Методы борьбы: карбофос, фитоверм, кинмикс, интавир, искра. Этим мы все опрыскиваем до плодоношения. Применяем биопрепарат битоксибацилин. И особенно при применении битоксибацилина обязательно читаем инструкцию, потому что его нельзя разводить в хлорированной воде, и обязательно прочитайте инструкцию. Белокрылка – очень распространенный вредитель. Это такая маленькая беленькая бабочка. И если вот они облепили растение, то кажется, что растение как бы присыпано такой золой. С белокрылкой бороться трудно тем, что она свободно перелетает с одного растения на другое. И если вы будете опрыскивать препаратом контактного действия, то те особи, которые успели улететь, они вернутся и уничтожат ваше растение. Поэтому здесь нужно применять инсектициды системного действия. Один из самых известных препаратов системного действия – это окторан. Окторан находится в растении в течение 24 дней, поэтому 24 дня огурцы потреблять в пищу нельзя. С белокрылкой лучше бороться на стадии до того, как огурец вступит в плодоношение. Нежные и сочные листики огурцов, а также и их плоды очень любят слизни. Слизни обычно начинают расползаться по нашему саду во второй половине лета, особенно во влажный год, когда на земле много гниющих растительных остатков, и вот именно на них они размножаются, ими они и питаются. При не очень большом нашествии слизней можно пользоваться народными методами, можно собирать вручную их, но это не совсем приятно.
И побороться с ними поможет такой препарат, как гроза. Поможет вам справиться со слизнями. Надеюсь, наши советы помогут вам избежать нашествия вредителей на огурце. А вы, в свою очередь, периодически осматривайте ваши растения, особенно их нижнюю сторону.